26 января стало известно, что культовый сериал «Зачарованные» получил шанс на перезагрузку. Издание Variety пишет, что канал The CW, на котором выходят многочисленные шоу по комиксам, а также мистический сериал «Сверхъестественное», заказал пилотный выпуск новых «Зачарованных». Слух о перезапуске «Зачарованных» ходили уже несколько лет. Изначально при этом предполагалось, что новая версия станет приквелом основной истории. Временем действия ремейка тогда бы стала середина 70-х. Однако этот сценарий не нашел отклика руководства канала, а концепт полностью пересмотрели. Теперь события перезапуска будут происходить в наши дни. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Следите за всеми новинками кинопроката вместе с нами.